عندك انا عارف انها سايبه عندك. Колесами МОНа дающие ставление. Следующее наше место остановка. Обе ставки изображают фараон и Менхотеп III, который строил аллея сфинксов или аллея баранов. Назвали эти две ставки разные названия. Назвали их дающие ставки, назвали их тоже колесами МОНа. Кто он такой МОН? В соответствии с греческой мифологией Мемнон был царем Эфиопии, и он является сыном богини утренней зари Аврора. Он пришел в городе для того, чтобы помогать троянцам в войне против греков, но Мемнон был убит Ахиллом. Ахилл, конечно, слышали. Когда его мать Аврора знала, она умоляла бога для того, чтобы воскресить Мемнона, хотя бы на мгновение. Бог наконец-то слышал моление Аврора. Воскресил Мемнона на каждый день с утра с восходом именно здесь, где находятся эти две огромные статуи. Местные жители слышали каждый день с восходом.